Пять лет в едином строю. Что сделано и как будет дальше развиваться система управления обороной страны, обсуждали сегодня участники Всероссийской видеоконференции. В их числе был и глава республики Михаил Игнатьев. Подробности в следующем материале. Для оперативного решения задач в области обороны необходим эффективно работающий механизм. Сейчас, отмечает министр Сергей Шойгу, на первый план выходит развитие системы информационного взаимодействия ведомств. Правительство страны, региональные власти и крупные корпорации – звенья одной цепи. За координацию действий отвечает Национальный центр вооруженных сил. Проведен комплекс мероприятий по подготовке органов управления министерств и ведомств к совместной работе. При этом алгоритмы взаимодействия опробированы на стратегических учениях и тренировках. Свои высокие возможности данная система доказала при выполнении более 1600 различных задач. Особое внимание следует уделить ее совершенствованию на уровне субъектов Российской Федерации. Необходимо продолжить развитие защищенного и конфиденциального сегментов единого информационного пространства межведомственного взаимодействия. Система информационного взаимодействия показала свою эффективность при ликвидации ЧС и реализации программ модернизации вооруженных сил. Еще одна важная задача Национального центра – контроль за стратегическими объектами. В прошлом году мы начали контролировать в том числе и отдельные объекты военно-промышленного комплекса, которые проходят по программе реконструкции Министерства промышленности. Мы контролируем все полигоны без исключения, что позволило нам вывести задействование полигонов более чем на 80%. Все это, безусловно, возможно только в строгом и жестком взаимодействии с другими министерствами и ведомствами. В ближайшие годы, отмечает федеральный министр, будут созданы центры управления субъектами. Они должны укрепить обороноспособность страны. Глава региона поручил обратить особое внимание и на модернизацию системы электронного взаимодействия. Дмитрий Ковалев, Александр Петров, Республика.